Папа Эмо. Отлично. Давайте еще раз с припева. Все готовы? Давайте зажигать. Очень грустненько. Я не пью воду, я глотаю свои слезы. Я не ем еду, я питаюсь своим страхом. Я не веселюсь, но жизнь полна насмешек. Я не пью воду, я глотаю свои слезы. Стоп! Стоп, ребят! Я не могу петь, пока мой сын Поузер здесь. Ты собрал группу с моими друзьями? Господи! Я вас всех ненавижу за это! С расцветом моих сил расцвели мои страдания. Господи! Господи! Продолжай играть, а на меня не рассчитывай! Я в свою комнату! Господи! Господи! Все, что я хочу сказать, мир жесток. Жизнь как торт, каждый хочет кусок. Может, я молод и психованный такой, но я старше классов, так что выбор за мной. Эти слова из моего дневника! Господи, это смешно. Продолжайте, ребята. Все не просто плохо, а вообще писец. Теперь вы моря заделался, отец. Он ушел и увел всех моих друзей. Теперь у него группа морей. Ненавижу отца, да! Ненавижу отца, ненавижу отца, да! Ненавижу отца, ненавижу отца, да! Ненавижу отца, он отстой! Хорош! Это точно из моего дневника! Я написал это о тебе! Знаешь, а слова и правда звучат, как будто их написал Крис. Это правда? Окей, я признаю. Я украл эти слова из его дневника. Но что может быть грустнее человека, который не может создать свои собственные? Кто настолько пуст внутри, что эту пустоту можно заполнить только словами других? Кто-то, ненавидимый своим сыном. Солнце светит только для тех, кто способен выражать себя, а для меня существует только тьма. Вау! Ты, Эмо, бог. Мочим! Ненавижу отца, да! Он не позер, как я! Крис! Позер. Вот последние слова я сам написал. Господи!